Самые яркие моменты жизни, теплые воспоминания и семейные ценности. Художница Ксения Симонова поздравила с юбилеем народную артистку СССР и героя Украины Софию Ротару. Уникальный подарок, выполненный с помощью техники песочной анимации, готовился долгое время. По словам художницы, семьей Ротару Ксения знакома уже много лет, поэтому работа над созданием этих картин имела особое значение. Для того, чтобы поздравление получилось максимально теплым и душевным, Симонова консультировалась с сыном известной певицы. Художница надеется, что этот фильм сумеет передать все те чувства, которые испытывают поклонники творчества Софии Ротару.